Вот же они мои два. Я знаю, я с ПК только подписан. Да? Просто... Пятюньку. Да хватит! Короче, всем пока. Ну что, друзья, у нас сегодня встреча с подписчиками на Власовке. Потом мы едем на город, на Светловодск, на встречу. И запишем сегодня контент в кои-то веки. Почему бы и нет? Долгожданная встреча. Мы еще 1 числа должны были встретиться. Но, как вы знаете, были обстоятельства по подсказке в описании. Вот здесь вот можете посмотреть, что произошло, почему была отмена. Я думаю, это объясняет эту причину. Ну, а сейчас пока поедем. У нас есть свободные полчаса. Выпьем кофейка незаметно, чтобы нас не атаковали. И будем делать встречу. Пораздаем наклеечки, пофоткаемся, порадуем людей, ну, все эти вещи. И расскажу там о новом конкурсе. Задумал я тут один. И заангажирую людей немножко. Анатолий, рассказывай, как тебе впечатление твоей покупки. Понимаешь, телефон синий, 12 чехол синий. Про Макс, все дела, 128 гигов, там все эти вещи человек взял. Она типа бессимочная? Нет, симочная. А, я думал, на eSIM. eSIM тоже работает. Вещи. Вообще, купил куча. Даром почти за 50 тысяч. Поэтому вообще человек может себе позволить. Новый полностью. Продал мотоцикл, купил телефон. Так вот туда, поверни камеру. Так вот, даже ты его продал, у тебя купили и все, блядь. Я на самом деле поменял его на iPhone. Мне iPhone больше нужен. Как я, мотоцикл есть в ТикТоке, как снимать? Как видео на YouTube снимать? У тебя нечего снимать, правда, контента не будет. Буду тебя со стороны снимать, как ты по центру ездишь. Тоже неплохо. Короче. Ну я доволен. Вот же они, мои два подписчика самых серьезных, пришли. Что, не помню? Ай, блядь. Да было пару человек, но они там кто постеснялся, ушел, кто еще что-то. Что, ты съездила в Полтаву? Да. Всех там? Конечно, вот прям всех каждого. Як це було мощно. Як це було мощно? Да. Що там з собою? Хочу лешку. Ні, не хочу. Да. Ви куди будете вечером? Да, я через часик приїду. Ну що, друзі, що-то у нас тут все плохо. На Власовці встреча пройшла. Максимально вообще что-то. Пару человек было, девчонки были, но слились, постеснялись подходить, че что. Вообще, бля. Короче, едем на город, может хоть на городе будут людишки. Это же вообще, бля. Стыдоба якась, че что? Это же, бля, хиба так можно? Тут, конечно, такие печальные ремонты поделали, бля. Я вам говорю, это просто горбов. Наделали. Была в горбах и в ямах, просто стало еще больше горбов. Это просто срака какая-то. Шука, разве так можно делать дороги? Это просто, ну блин. Ужас, ужас. Кстати, вот Горобед со мной поехал. Сопровождение тоже интересно ей. Будет ли движуха тут, блядь? Такая встреча печальна. Боже, что у меня за подписчики, блядь? Не пришли, блин, на Власовке, блядь. Ужас какой-то. Это просто. Вам нужно срочно исправиться. Срочно прям, блядь. Разве так это делается, блядь? Красиво. Момент истины. Подъезжаем к Лыви. Как думаете, здесь людишки будут или нет? Даже интересно самому.
Это будет очень смешно, если тут никого не будет. Я буду прям вообще, блядь, в печали, блядь, я больше встречи делать не буду просто. Ужас какой. Ну кто-то идет, девочки смотрят. Может это ко мне все-таки? Сейчас поглядим. О, тут даже кто-то стоит. Ну тут и припаркуемся. Прикольно будет. Привет. Вы не навстречу? Вы не навстречу? Не? Ладно. Ой. В принципе, может быть и навстречу, может договориться. У меня тут встреча подписчиков, типа там, мало ли, я не знаю. Всех знать не могу. Подписчиков? Да. Вы подписаны на YouTube канал Just Run Rider? Ну, если не подписаны, подпишитесь, вот я вам наклеечки вручу. Так я знаю, я с ПК только подписана. Да? Просто да, у меня два этих как его, господи, аккаунта у меня два. А, ну я вообще четко. Подписана. Это хорошо, уже хорошо. Очень хорошо. Тут меня на 6 я там в истории закидывал в Инстаграме. А я только с работы просто. А, ну вот, я видишь. Не нормально. Я с работы вышла. А. Ну да. Ну. И все. Слушай, у меня сегодня день, я прям не могу. Нормально. Это вы на прогулочку сюда заходите, да? По пристани пройтись. Пока сюда, вот домой буду идти пешком, все время хожу. А тут так. Нормально. Здрасте. Самый лучший день начинается. Я столько миллионов выиграл. Круто, круто. Ты тоже ко мне приехал? Ты тоже подписчица или что там? Ю-юпчик, что как? Привет. Привет. Ну, тут хоть людишки есть, уже хорошо. Уже хорошо. По наклеечке можно раздать все дела. Спасибо. За что? Что, как дела, как день прошел? У нас хорошо. Погода хоть хорошая стала. Погода, да, вообще, а то что-то, то дождь, то не поймешь, что это такое, что происходит. Ну ничего, будет еще погода. Это ж такое дело. Первый месяц лета. Ну, так уже пролетел. Уже пролетел, просто мгновение ока. Как обычно, лето, как всегда, быстро проходит. Ничего. А вы что, не катаетесь ни на чем? На будущее так как думаете, да? На будущее думаем, а так не можем. Угу. Привет. Что, вы тоже подписчики? Да. Да ты что, вообще прям бонусы. Раздаем наклеечки. Спасибо. Пожалуйста. Так что, вообще круто. Ну, а тут у вас хорошо. Правда, скоро начнет, походу, подпахивать уже. Уже вот это западня. Ну ничего так. А так гуд. Не, ну есть те, кто купаются. Yeah. Говори, когда улыбаться. Yes? О, видишь? Гуд. Давай тоже сделаем фоточку. Огонь. Ага. Так, ну что, буду я ехать. Хоть с вами повидался, приятно было. Все, пятюньку. Все, следите за видосиками. Рекомендуйте все эти вещи. Mm-hmm.
Все, на связи. Говорю, на связи. Пока. Ну вот такая вот встречка. Хоть пару человек подошло, и то приятно. Приятные люди все-таки. Очень интересные, такие позитивные, добродушные. Круто, круто. Ну, что я могу сказать? Короче, я, наверное, буду делать в следующий раз встречу подписчиков, когда у меня будет 1015, блядь. Нормально, я не знаю, что такое. В прошлом году, блядь, меньше было подписчиков, больше людей было. Что случилось вообще? Эй! Эй, йоу! Это же вообще неправильно как-то, блядь. Ну, что маємо, то маємо, як кажуть, блядь. Ехаем на Власовку. О, дивіться, хто поїхав. Ілюша, чи що, блядь? Щас догоним його, блядь, у того хлопчика. А він на заправку, наверно. Наверно. На оту херовую заправку едет. Я в шоке. Ну, що поробиш? Таке життя бентежне. Тут малышня, кстати, прикольно прикалывалась. С какими-то табличками, там 5 км в час, чи что, что-то было. Вот тут дальше, где у нас обычно прикольчики были. Тоже можете посмотреть по подсказке в описании видос, какая тут история была, бля. Сейчас будут, наверное, выбегать, бля. Ну, тут как обезьянки, бля, скачут, бля. Ладно. Типа стопают. Привет. Что это? А? Наши миллионеры через это тоже страждают. А. Не надо давать. Мы. Каже, не надо давать. Нормально. Когда вы останавливались на центре. А можете, пожалуйста, сделать на заднем колесе, пожалуйста? Ну, я ж не тут не делаю, я там, где хорошая дорога. Можно показать? Можно. Вы что? Подписаны на меня? Подписчики? Да. А можно? Я не потому что я дуже редко, у меня нема такого приложения. Ютуб не дивишься, не де? Да не люблю его дивитись. Ты шо? Як це я так? Підписник, реально. Вау! Ну, так это ж хорошо. Это хорошо, сейчас я вам наклеечки. Я пару раз бачу. Раздам. Я пару раз бачу. Подпишись. Подпишись. Кто не подписаний, подпишись. На. Если на телефон улицу. А можно с вами вставать? Можно, конечно. Я помню вас. Ну, очень хорошо. У меня даже фотка. Ага. Давай, сфоткай. Дуже часто приїжджаєте, нам дуже інтересно. Ага. Давай я сфоткаю, у мене рука длиннее буде. І отак. Отако. Чик. Ви мені минуту записуєте, я бачу. Я знав, що ви тут будете стоять, бо я в ту сторону ж їхав. Бачив, що у вас якісь таблички, щось 5 гривень, чи що там, по п'ятерці. Чи 5 км в час, чи що у вас там? 15 гривень заработали. Ага. Молодцы. Можно. С той стороны. Так. Все, давайте. Такая вот позитивная малышня. Ну, будем надеяться, что мамы, папы не будут сказать: о, что ты моих детей публикуешь? Убери! Педофилия, там вся херня, бля, что ты ко мне не мололи? Блядь, я вообще в шоке с людей, честное слово. Я в шоке. Есть мамочки, конечно, мучать, блядь. Аж, блядь, страшно, страшно просто. Ладно, то такое. Thank you.
завожу тебя в заблуждение. Всем привет! Вы на канале Just Run Rider. Это мото-канал, поэтому подписывайтесь обязательно. Вот смотрите, есть девочки веселые, прикольные. Вот это правда непонятно, если девочка чехлатка. Да успокойся! Вот так двигается, да? Непонятно. Она, конечно, сонито. Она была, конечно, ходы в уебанских шортиках, но сейчас уже это все поправлено. Мама тоже сделала замечание, теперь все прекрасно, замечательно. Шортики теперь у нас новенькие. Знакомьтесь, это Лера. Девочка Лера. Ну не факт, пропустили день. Не факт, конечно, что, ну, как вы поняли, но все-таки все может быть, все может быть. Все-таки... Да хватит! Еще ее мопсиком называют, частенько бывает всякое такое, да? Это ты только мопсиком ее называешь? А называют Горобцом! Что поделаешь? Такое життя. Только ты ее мопсиком называешь. Да. Сегодня даже Малина прикопался. За мопсик? Да. Ой, не за мопсика, за Горобчика. Горобец. Писюн не уливается. Слово. Не горобець. Бувають миті. А бувають і не миті. А бувають і не миті. Той не висипається. А за тебе забули, рибзавод. Була ситуація. Да? Була. Була. Видно, це нормально. Да ти вже засрався. То я був рад кого-то бачити. Це йому жарко. Отут? І отут? Ну, це іменно п'ятна, це не мокро. А я не замітила, кстати. Це скільки ще не спотіло. Ну, жарковато, треба було кофе. Диви, як у нас усе таке видно. Давайте зробимо обзор на новий движок. Или що ти там поміняв? А ти там так все хорошо розумієш? Вообще-то вже все заснято і виложено. Буде ще. Смотрите. Что-то там непонятное. Ясновидящее. Я очень ясно вижу. Все. Больше говори, давай. Смотрите, какие есть перчаточки. Ну, кстати, давайте сравним, нравится, какие вам нравятся больше. Смотрите, я одену один этот. Как раз парный взяла. Прикольно, ты да? Я снимаю, не переживай. Смотрите, эти на меня большие. Руки просто загребущие, так что хватало. Эти маленькие. Смотрите, эти с монстром. А эти у нас про бикер. Это Горобчика такие. Гарненькие. Это Горобчик впала. А тут что у нас? Тут нема ничего, короче. Вот тут это Горобчик у нас впала. Тут вроде перчаточка. Тіла, і та така грязна на якихось какашках. Ну, це у нас трошки Горобчик невдачно приземлилася. Це реально полезна річ. Смотрите, за скільки ти брав? 50? Да. Я там помню, ну, гривень 250. Смотрите, 250 гривень, перчаточки. Вона ставить вам потім ссылочку на перчаточки. Кто у нас ездит, купите такие вот все перчаточки, только размер не XXL, а нормальные под ваши ручки, можно ножки. Угу. Да, такие красивенькие, но большие. На. Давайте посмотрим на шлем Горобчика. Смотрите. На шлем Горобчика. Це Горобчик шлем впустила. Трошки в нас ручки-срачки. Ручки-срачки. Це Горобчик в нас впала. Їздить не вміє, людей збива. В КамАЗі врізається. Мені подобається його візер, він красивий. Дивимося далі. Якийсь дебіл поставляв розводи. Який це у нас розмірчик? А ставиш потім ссылочку, де вона шлем покупала, вони теж собі шлем куплять. Реклама должна оплачуватися. Я тобі заплачу, 50 гривень хватить? Хорошо, можна зручним просто. Реклама зробити. Не знаю, який це розмір. Який розмір? S? Розмір S-ка. Отакий красивенький. Демон. Дот, что-то там.
Ну, горобчик у нас трошки їздить не вміє, бо шлем весь поцарапаний. Дальше. Мотоцикл горобчику. Рот закрой. Горобчику зробили мотоцикл. Ну, все, трошки. Все шкрабує. А тут теж. Добро виключися. А, там щось теж. GoPro виключиться. Ось о, теж щось. Хуя, трошки горобчик впала. Далі горобчик ще у нас помила мотоцикл. Він був чистий, красивий, але трошки воно вже засрали. Номера. Не треба нам номера. Наклеєчку, яку дядя Вова подарив. Да? Да. Що у нас ще тут? Нема у нас зеркало. Есть вот одно. Одно, единственное. Сошкрябано ему. Сука. Машина. Везде, повсюду. Короче, всем пока. Что, друзья, вот такой у нас получился видосик. Какой есть, я думаю, все равно он получился позитивный, нормальный. Что бы там ни было, как бы там ни состоялась наша встреча с подписчиками. Я хочу вам предложить то, что я ранее упоминал. Есть интересная вещь. Конкурс. Пул. По поводу данных вот брелков, те, которые я уже показывал там в истории Instagram, советую подписаться на Instagram, на TikTok, там каждая полезная информация отдельно по соцсетям, но все сводятся сюда на YouTube. Вы можете принять участие в розыгрыше данного брелочка, у меня их два. Один я разыграю на 7000 подписчиков, другой мы разыграем через 2 недели. Под этим видео вам нужно будет оставить один всего комментарий, любой, по тематике данного видео, но лишь один. Нельзя спамить, писать много. Пишем один комментарий, как вам в целом видосик, что вы вообще об этом думаете, есть ли какие-то пожелания. И через 2 недели я разыграю данный брелок. Первое, второе, третье место будет. Первое место получает, естественно, данный человечек брелок. Второе получает у нас 2 наклеечки. Третье одну наклеечку. Я думаю, никому обидно от этого не будет. Поэтому, ребятки, обязательно подписались. Надо подписаться на YouTube канал, на Instagram, на TikTok. Все полезные ссылки есть на YouTube канале в описании под видео, в закрепленном комментарии. Ну и на самой странице вы это можете найти. Поэтому быстренько подписочка, информативно все, делимся видео и все прочее. Как обычно, если ты не здесь, то ты нигде.